Не успел Nissan вывести новейший Pathfinder, как его премиальный родственник Infiniti поспешил анонсировать выход свежего кроссовера QX60. Что совершенно неудивительно. Обе модели были и остаются ближайшими родственниками. Как сейчас принято, обещая скорую премьеру 60-ки, японский премиум-бренд выложил несколько фотографий и полноценный видеоролик, на которых представлена тщательно закамуфлированная машина. Несмотря на слухи, будто трехрядный кроссовер получит двухлитровый турбомотор, по факту под капотом останется атмосферный V6 мощностью под 300 сил, а в пару ему положен 9-ступенчатый автомат ZF. Любопытно, что для Infiniti коробку снабдили активными опорами, которые эффективно гасят вибрации. Остальные подробности не за горами, поскольку полноценная премьера состоится совсем скоро. А пока можно еще раз взглянуть на концепт QX60 Monograph, то есть монография. Примерно таким будет серийный QX60 второго поколения, притом даже утопленные дверные ручки, скорее всего, сохранятся. Более того, концепт задает общее направление развития дизайна на ближайшие годы, а идеологической основой для новой философии стиля стали оригами, кимоно и прочие атрибуты японской культуры. И еще одна новость от марки Infiniti. По итогам исследования независимой ассоциации J.D. Power, японский бренд опередил конкурентов из премиального сегмента по качеству клиентского обслуживания. Рейтинг, составленный согласно опросам покупателей новых автомобилей, учитывает, насколько клиенты довольны уровнем обслуживания, включая работу персонала дилерских центров, а также процессы заключения сделки и передачи автомобиля. Если говорить конкретно, то Infiniti заработала 825 очков из 1000 возможных, разместившись на 4-м месте среди всех премиальных брендов. Средний результат по индустрии составил 816 баллов. Таким образом, японская марка уже 9-й год подряд попадает на первые строчки рейтинга. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что Infiniti оказалась лучшей маркой по работе со своими клиентами во время пандемии.